Я тебе ебальник набью. Привет, друг! Сегодня я тебе рассказал о таких РП аниме. Я думаю, ты поставишь лайк, лайкосик, напиши свой комментарий, а мы присылаем к ролику, не смейте задержать. Кстати, вот итоги конкурса на 2 лицензии с полным доступом. Я вас поздравляю, пишите мне в ВК или в Дискорд, я вам выдам их. А мы полетели к ролику. Начинается наша проиграда от Золдамса. Никита, я полетим на центр. Все-таки, что мы будем сидеть на базе только. У нас, конечно, по броне все плохо, в сундуке было пару, но все-таки грудак есть, пацаны. Так, давайте лутаем сундук. Эй, ребят, что вам рассказать про РП? РП — такая полуголая девочка стоит особо в интере. Аниматяночка. Да. Мечи, тоже аниматянка стоит. Так что да, пацаны, погнали к соседям, сразу полетим, потому что я сейчас в сундуке вам покажу. В сундуке там инвентарь другой совсем. Так что да. Так, привет, сосед. Я к тебе пришел в гости. Давайте убью просто. Вот один ударик поставлю, и все, ты просто умрешь. Все, изи. А вот такой особо инвентарь. Да, он изменен, кстати. Он изменен сразу же инвентарь. Когда тут другая, тут просто совсем другая аниме. Тяночка. И здесь такие две. Так что да. Пацаны, скачайте. Сразу по ссылке. Это сейчас первый РП. Да, сразу просто по ссылочке. Напишите комментарий об этом РП. Я думаю, вам понравится. РП я долго искал, пацаны. Весь интернет обыскал просто, так что да. Так что, пацаны, я его долго искал, пацаны. Прошу вас только поставить лайкосик за эти РП. И написать комментарий особо. Так что да, ребят. Давайте я просто человечечка завалю. Давай, 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 ты умрешь, спасибо большое. А, еще череп подбегает. Крыса. Крыса, крыса. Давай, ты умрешь, ну пожалуйста, давай, ты умрешь. Давай, ты, пожалуйста, умрешь. Так, изи игра. Господи, двоих просто убил, пацаны. Все больше про этот РП не будем ничего рассказать. Полетел к следующей игре. Начинается наша вторая игра с новым РПшником, ребят, под названием Акацуки. Да, я может не говорил под названием, ну, другое типа название, но вы думаю, в описании будет все написано, название РПшников. Я думаю, смысла нету говорить название. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вот, РП особо в таком, особо дефолтном стиле выполнено для буста FPS. Он очень хорошо бустит FPS. Например, глаза. Глаза интерьера очень классные, особо такие фиолетовые. Это очень классно, ребят. Кому нравятся такие РПшники, которые там просто глаза поставлены для... Именно для такого редюса, можно сказать. Так что, ребята, обязательно скачивайте. Так, привет, дружбанчик. Где-то должен убить немножечко, потому что все-таки да. Так, попадается хороший меч. Кстати, мечи прикольно выполнены. Мне нравится. Мне очень нравятся такие мечи, очень нравятся. Так что да. Кстати, Enderpearl тоже классно выполнено. Мне очень даже нравится. Он особо анимированный. Enderpearl, это очень даже классно. И заслужит лайка, пацаны. У нас, кстати, уже алмазочка. Алмазочка в таком особо прикольном стиле. Так как этот надпись на броне. Ну, классно, мне классно, мне классно. Я очень долго искал РП, может, я говорил уже на предыдущей карточке. Ну, хз. Так, давай ты умрешь. Спасибо большое. Спасибо большое. Давай ты умрешь. Изи катка, я просто падал. Изи катка. Справа под названием какое-то название. Это Сквар Франкс, какой-то Франкс, короче, пацаны, крутой РП, серьезно. Если что, название РП в описании, потому что все-таки, ребята, я английский на так же жестко шарю, ну, нормально. Вот, давайте приступим. Что здесь в РП имеется? Хорошие небеса, это надписи, прикольно, мне нравится. И прикольные мечи. Мне очень даже это заходит, такие особо РПшники, которые очень даже классные и бустят FPS. Я думаю, то, что такие заходят, сразу же просто на Яндекс.Диск это все в описании. Ребят, кто попросит Google Диск, если что, я, конечно, залью на Google Диск, пацаны, но не в описании, потому что все-таки, ребята, зачем? Я вам сейчас в описании вставлю. Точнее, в комментарии вставлю, наверное, на Google, возможно, кто попросит особо. Так, здоровенькие булы, хлопцы, иди сюда. Давай, ты упадешь. А, найс, братанчик, ты упал, красава, поздравляю. Поздравляю тебя. Подожди, дай-то мышечку немножко подтяну сюда ко мне. Так, кстати, ребята, да. Кто хочет еще ролик про мой ПК, или же про что там еще? Кого, короче, не знаю. Кто хочет про мой ПК ролик, я не знаю, или про что-то еще, напишите мне. Напишите мне в ВК, или же в Дискорд, кто хочет там ролик про мой ПК, или же в комментарии, ребят. Ну, просто хочу узнать, что кто хочет про мой ПК ролик. Потому что я хочу давно этот ролик заснять. Я хотел давно этот ролик заснять. Это будет ролик даже приколдесный. Серьезно, будет ролик приколдесный. Этот, блин, алмазник, я боюсь его. Давайте отойдем спокойно. Мы один на один осталось. А, давай скрин, давай тут. Вот тут. Ёбушки, воробушки.
Извини, братан. Ну, крысит так крысит, я так умею. Спасибо. У нас в игре 5 игроков. Это классно, ребят, потому что все-таки это мало игроков. Кстати, я снимаю ночью. Игра на рукой пиксели, ребята, так что да. Поставьте, пожалуйста, лайк, потому что РП это самый последний. И четвертый РП. Посмотри, какая красивая дамочка стоит, чисто дама, мадмазек. Красивая, ребят. Мне очень нравится. Здесь очень крутая броня и также инвентарь. Инвентарь я просто выполнил, ну, с надписью Сугой. Это разработчик, и он немец, кстати, да. Так что да, это очень крутой RPG. Так что скачивайте обязательно его, чтобы было четко и классно и весело. Так что вот. Давайте сразу просто залутаем сундучок. У нас, кстати, Ender Pearl. Красиво, посмотри, какой Ender Pearl крутой. Так, давайте его чисто где-то там обнаружим. Чисто давай, давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Давай, давай, давай. Ага, он ушел. От нас ушел, сейчас там челик крысит. Там у нас челик крысит. Уходим, уходим, уходим. Так, так, аккуратненько уходим. Чисто. Опа, Ender Pearl, nice, Ender Pearl, nice. Так, давайте тихонько просто за крысом человека. Изи, 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 давай, здорово. Давай, здорово, дорог. О, боже, это такой. Низк. Ой, ты, господи. И долго это будет продолжаться. Долго это будет продолжаться. Человек, будет долго продолжаться, алло. Я все, короче, про РП рассказал, думаю, РП понравится. Самое главное, просто подпишитесь на канал, поставьте лайк за такой РП красивый и классный, потому что я долго искал его по инету, прям шастал, капец. Так, и давай, давай, чё ты? А, ты еще не закончил, ну, блин, жаль. Давай, 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 давай. Давай, давай, ну давай. Ну, давай, стреляй, стреляй. Пока продолжай стрелять. Ага, окей, обманул, обманул меня, красава. Красава, красава, ты чё, обманул, обманул. И давай, бей, бей, пока что. О, ты лук, нет, лук, иди, 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 иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу. Сейчас я почну тебя. Опа, сундучки прозаполнены, братан, я тебя поздравляю, тебе капец. Сейчас будет, если я, конечно, найду. А, нет, я нашел, жаль, очень жаль, очень жаль. Он уходит, просто не, ну это козапей, это пулспамер просто. Просто лукодрочер. Просто лукодрочер. Всегда, он просто лукодрочер. Давай ты упадешь. Изи каточка, да, он же упал. И, наверное, засейлся, да? Или нет? А, не, он за. Найс, изи катка, ребят. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Всем хорошего настроения, не болейте и до скорой встречи. С вами, кстати, был Добрый Крейзи. Всем люблю, обожаю и до скорой встречи. И ролик через одну неделю, думаю, вы ждете. Если что, ребят, можете показать свои идеи для ролика. Я, может, вас услышаю, послушаю и сделаю этот ролик. Всем хорошего настроения и до скорой встречи. Спасибо за просмотр. И, кстати, делаю конкурс, почти не расходимся, не расходимся. Делаю конкурс на две випочки на месяц, да, по-моему, на месяц, да, если, конечно, правильно понимаю, на Рухой Пиксели. Так что да, ребят, что нужно сделать для этого? Поставить лайк, подписаться на мой канал, зайти в мою группу по дизайну и также написать свой комментарий, я участвую, свой ник или же Discord, там, или же ВК свой, да, и все, и еще, если что, итоги конкурса в следующем ролике. А, всем удачи!